Здравствуйте, вечер пятницы, самое время посмотреть молодежную футбольную лигу. Мы начинаем прямую трансляцию из города Воронежа, стадион «Локомотив». Здесь через пару минут начнется матч второго тура. О составе хозяев давайте поговорим. 35 номер Вячеслав Даровских в воротах, полевые футболисты. 97-й. Ершов назад, и вот потеря. Быстрая атака Кубани, мяч уже в штрафной. Можно по второй тайм передачу выполнить, удар последовал. Даровских кулаками мяч парировал. Вторым темпом атака продолжается. Довольно жесткий подкат. Подача на ближнюю штангу. Опасно! Под левой ногой мяч. Удар! Принимает на себя защитник факела. И мяч, видимо, в грудь попал. Очень сильный получился удар с близкого расстояния. Видимо, нужна будет медицинская помощь. Группы по 10 команд соответственно. И факел с Кубанью играют в группе под литерой Б. Атакуют Кубань. Низа передача. Отличный удар. Какой момент. И угловой Академия Кубань зарабатывает. Накрыл защитник удара Александра Мокротычана, да? 8-0 по угловым. Впечатляющие цифры. На дальнюю штангу мяч летит. Опасно. Скидка. Мокротычана. Кто пробьет? Даровских. Спасение. Фантастика. Как сейчас Академия Кубань не забила? Но это вопрос риторический. Классный отбор мяча. Атакует Академия Кубань. Передача опасная. Пробить по второй темп. Забивать. Гол. 1-0. Академия Кубань отличается голом. Снова атака через правый фланг. Но на сей раз она привела к забитому мячу. Андрей Колтаков оформляет гол. Ворота факела. Смотрим повтор. Включение Сергея Орлова. Передача. И здесь как здорово прочитал эпизод Денис Миронов. Миронов не стал разворачиваться, что-то придумывать. Решил сыграть попроще. Вот здесь мяч обработал. Вторым касанием пас выполнил назад. И в итоге Андрей Колтаков, автор первого гола в сегодняшней встрече. Чем ответит факел? Направо можно переводить. Есть свободный партнер. Удар по воротам. Не точно. Отправляемся отдыхать. Звучит свисток Михаила Яковлева. Черкаса. 84-й Богдан Кадрамашин. 80-й Алексей Васильев. Дмитрий Иванович Кудинов. Главный тренер. Дальше заброс направо. Неплохо. Мяч угла штрафной. Чуть назад передача. Подача в штрафную. Удар по воротам не получился. Так и не завершена. И вот момент какой. Мимо. Да, неплохо сейчас факел провел эту атаку. Выпрыгивает вверх Яценко. И снова заброс за спину. Отличный момент. Пенальти или в мяч было сыграно. Вот это момент интересный. Но судья на точку не указывает. И нам нужен будет, конечно, повтор. Отличный подкат против Кретинина. Ну-ка. Дальше в центр. А если пробить? Хороший заброс. Вот шанс. Надо сравнивать. Гол. 1-1, но положение вне игры. Офсайд зафиксирован. Берется за голову. Смотрим. Кстати, неужели правда был офсайд? Вот на этом повторе и полное ощущение, что из-за спины открывался Кадрамаш. А вот здесь вот тоже мы не увидим момент Сергея Орлов из аута. Атакует Кубань. И за передачу удар. Какой момент. И еще удар. Еще нужно пробить. Откатил мяч назад игрок Кубани. Удар по перекладину. Даровских вручает. Передача низа. И удар. Рикошет. Мимо мяч летит. Снова Дмитрий Ююкин бил. Хороший момент. Но мяч все-таки летел мимо. И Синякин контролировал ситуацию. Да, все. Звучит свисток. Академия Кубани одерживает вторую подряд гостевую победу.